Ребят, всем привет. У нас сегодня итоговый выпуск смешаний. Меня зовут Михаил. Мне 29 лет. И я хочу похудеть. А вы даже увидев Мишаню, я, честно говоря, не сразу поверил. Я тоже. Здравствуйте. Попросим Мишаню футболочку снять, а? И измерим его. Снимай футболку. Через 6 недель, то есть ровно середина сушки, фотографии были сделаны. Вот это голодное животное, что могло нам подарить, как ты думаешь? Я Тарья не изменял. Я не могу. Короче, я изменю. Нет, ребят, это по скрипту, мы смотрим на Мишу. Мясо, кому мясо, по заказу больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо крепких костей, мясо по ГОСТу, диеты горька новостей. Ребят, всем привет. У нас сегодня итоговый выпуск смешаний. Мишанька здесь со своим сюрпризом. А пока поздоровайтесь с Сашей. Да, ребят, привет. У нас сегодня даже новая трансформация. Вы даже увидев Мишаню, я, честно говоря, не сразу поверил. Я тоже. Вот. Так что давайте его поприветствуем. Встречайте. Здравствуйте. Вот вам и сюрприз обещан, видали? И смех, который всех раздражает. Да, да. Я тоже, кстати, лайк поставил под этим комментарием. Так, Мишанька, ну покажись. Вообще другой человек, Сань. Здравствуйте. Знакомьтесь. Меня зовут Михаил. Мне 29 лет. И я хочу похудеть. Так. Момент. Супер Стасу нужно набрать 30. А Мише нужно скинуть. Ты ищешь какую-то взаимосвязь между ними, да? Саш, смотри, что там. Вот он. Вот он. Трансформация удалась. Нам осталось сейчас посмотреть итоговое взвешивание и па-бам, зафиксировать. Да. Давай, Мишаня. Барабанная дробь. Та-дам. 97,1, Санчо. Это... Браво. Новый мировой рекорд! Это 32 килограмма. А как ты думаешь, если человек сохнет, мозг тоже сохнет, нет? Сейчас измерим. Диаметр головы Мишани. Ну что, ребята, попросим Мишаню футболочку снять, а? И измерим его. Снимай футболку. Давай. Представь, что мы те самые фанаты. Ну-ка, повернись спиной. Руки по швам сделай. Ну, передом. У тебя какой-то инь-янь получается. Ну, давай, что талию измерим. Не, ну, блин, двойной бицепс спереди. Блин, страшный ты, конечно, страшный волосатый. Давай сзади еще двойной бицепс. Тоже повернись. А тут и Ань. Ань. Не уже смотри, трапецию прорисовываться, значит. Жина. Слушай, а че парень-то пришел? Че хочет похудеть? Нет, он пришел, он немножко хочет массы набрать. Че, одевается? Нет, сейчас талию замерим еще. Скажем, сколько талия, ты же помнишь было примерно. Ну на, делай, я не буду мужика обмерять. Давай обмеряй. Мишань, сколько было? Я талию не измерял. Нет, ой, я не могу. Короче, я измерял вот здесь вот я измерял, у меня было 117. Да? 94, 93 где-то. Ну, 94, грубо говоря, 94. Прямо как у Катлера? Все, могу одеваться? Да, ты не брат Катлера? А там мне холодно без волос. Ты должен уже привыкать, ты уже сегодня уже будешь в аэропорту сидеть и мечтать. В чем заключается фишка? У нас была поставлена задача 3 месяца 30 килограмм. Мы даже сделали 32, правильно, Игорь? Да. Вот. Но понятно, что нет предела совершенства, можно и дальше работать, и все. По идее, если тебя до поджарки, чтобы вот как, ну, вверх у тебя видел, да, прорисовываться уже, там спина, бицепсы, там чуть грудь, тебе еще где-то примерно пятнашечку, и ты будешь поджарый парень, вообще нормально. Да. Да. А потом кожу, которая будет свисать, надо будет отрезать. Ничего страшного, обрезать.
Наша задача, мы сделали то, что мы поставили, но нет предела совершенства, еще раз повторяю, и нужно дальше работать. Это не говорит, что сейчас все закончилось, и, кстати, он там торт принес, и на этом все закончится, мы сейчас нажремся, и Миша будет 145. Он будет дальше работать, ребята, и это еще не конец на самом деле после этого. Со Стасяном-то надо отметить. Да, кстати, Стасу будет очень приятно. Сегодня Стасик, наверное, все пару кусочков, наверное, сожрет, так будет и вообще счастливый. И сразу будет 78. Там такой торт нормальный. Плюсы и минусы. Всем же интересно, какие есть плюсы, а какие есть минусы. Мишань. Плюсы. Он один, ты, ну как, становишься... Давай с минусов начнем. А минусов сколько? Закончим позитивной ноткой. Да, да, да. Минусы. Во-первых, очень много времени тратится. Как бы это не хотелось, то есть свободного времени получается по минимуму. У меня вторая работа, это фотограф, да, и я практически все свои заказы отложил на эти 12 недель. Очень мало снимал по причине того, что времени просто нет. Иначе спать не получится. Что дальше? Много кардио. И тот, кто не любит много кардио, вам надо будет привыкнуть, надо будет закачивать какие-то видео с Ютуба, я не знаю, фильмы, сериалы, еще что-то, потому что это монотонная вещь, и надо постоянно крутить свой метаболизм. Вот. Ну и о недостатках у меня были пару вещей, которые возникли во время сушки, которые мы решили. Ну, во-первых, когда заболеваешь, не очень хорошо, поэтому надо быстро это купировать, иначе сушка замедляется. То есть поддерживать иммунную систему, да, нужно, да, во время дня, потому что все, да, немножко иммунка падает, и вот здесь нужно к себе относиться немного более внимательно. Если вы чувствуете, что вы уже на грани где-то заболевания, лучше себе заранее вколоть чего-нибудь. Да. Это мы только вколоть. Не, на самом деле, если вот мое мнение, если вы заболеваете, сразу звериную дозу витамина С принимаете. И вот в большинстве случаев меня только это и спасало. Вот. Если что, оно выйдет с мочой, как бы ничего страшного в этом нет. Ну, мое мнение. Что дальше? Дальше из-за того, что я сидел на малом количестве углеводов и вообще низкокалорийной диете, во время тренировок мне становилось немного плохо, дурно. Вы, наверное, видели последние выпуски, когда меня конкретно троллили, а мне нифига не было хорошо. Этот как бы был недостаток, иногда даже подташнивал. Конечно, конечно. Один раз я вызвал Ахтиандра после тренировки. Вот. Это не очень приятные вещи. Ну да хватит нам какой-то негатив, там это не то, все. Скажи плюсы, скажи, ребята, давайте, занимайтесь спортом. Неважно каким, занимайтесь спортом, любите друг друга. Да. Зачем? Любите себе. Главное, любите себе больше всего. На свете вы должны любить себя. И он смотрит на меня в этот момент. Нет. Расскажи, какие плюсы-то. Плюсы, как, особенно как я сбрил бороду, все ахают, охают, как я быстро за такой промежуток времени похудел. Вот, это, конечно, вначале это приятно, а потом это задалбливать, рассказывать одно и то же по 10 тысяч раз. Вот, ну и, конечно, хорошо, чувствуешь себя намного лучше, особенно когда вес уходит, у тебя идет вот этот позитив. Вот, кстати, о негативе. Вот ты иногда, бывает, позанимаешься, может быть, из того, что что-то соленое съел, или там, я не знаю, еще что-то, да, или там, я извиняюсь, в туалет немного не сходил, да, вес может стоять на месте, да, ты встаешь на весы, смотришь, как бы, вес не уходит, и ты из-за этого расстраиваешься. Вот, а потом бац, и у тебя резко вес падает из-за того, что, как бы, эти промежутки, у тебя сразу настроение повышается. То есть тоже надо на это делать большой упор, что не только вес, допустим, замерять, но еще, допустим, я замерял постоянно талию. У меня получалось, что я скидывал примерно 2 сантиметра в неделю. То есть Миша хочет сказать, отслеживайте себя в зеркало. Если вы не можете себя отследить, фотографируйте. Сфотографируйтесь изначально, потом через пару месяцев в той же точке сфотографируйтесь еще. Тогда вы можете себя оценить, потому что вы, видя себя в каждый день, вы реально можете не оценить. И весы – это не главный показатель на самом деле. Главный показатель – это ваше зеркало, ваша душа. Да, и если что, у меня в Инстаграме, я ВКонтакте не стал такой трэш выкладывать, как бы, а в Инстаграме у меня есть те фотографии, которые я присылал Игорю.
через 6 недель, то есть ровно середина сушки фотографии были сделаны. Чего ж не через 40 дней-то? Вот, и сейчас вот сегодня с утра я тоже сделал съемку, уже подготовил, сегодня в Инстаграме выложу как бы окончательно что да как. Вот. То есть, кому интересно, можно, в принципе, полистать, ну, и найти, как бы, фотографии, каким я был, какой я есть. А самое главное, хочу сказать спасибо спонсору Steel Power за то, что давали вкусное питание. На самом деле, протеинчики очень мне понравились. Пил разные протеины. Вот. Ну и БЦА очень удобно, когда именно в таблетках, а не надо разводить, потому что химозный все равно вкус. Я не знаю, я в Steel Power не пробовал разводимый, но вот такие в таблетках закинулся и пошел работать на дорожку. То есть очень, на самом деле, помогло. И L-карнитин помогал, поэтому большое спасибо. Также хочу сказать спасибо Александру, да, нашему мастеру. Фломастеру. Вот, и Игорю. В любой момент, когда мне нужна была помощь, я писал и решали быстро проблемы, которые были. Вот. Ну и я думаю, этого успеха я бы не достиг бы. По крайней мере, не за такие сроки уж точно. Это точнее. И, ребята, хочу всех поздравить с Новым годом, пожелать всего хорошего. И мое мнение. Ставьте цели. Самое главное, поставить цель. И если вам надо в чем-то... И лайк. Обязательно нужно поставить лайк. Цели и лайки. И вот, допустим, вот я очень много раз сталкивался с тем, что человеку говоришь, вот для того, чтобы похудеть, надо делать то-то и то-то. В принципе, ничего сложного нет. Она не говорит, а знаешь, а вот я там, мне надо ребенка забрать, еще чего-то. Ну, переложи немного ребенка на мужа, я не знаю, еще что-то. Да, оставь у себя определенный промежуток времени, и ты добьешься цели, если ты поставишь эту цель. Так что ставьте цели и добивайтесь их. А как вы думаете, Мишаня нас с Игорем поздравил с праздником, поздравил с окончанием трансформации? И как вы думаете, что он нам принес? Какой подарок он мог принести, а? Вот это слышишь музыку на фоне? Да. Вот это голодное животное, что могло нам подарить, как ты думаешь? Ой, опасность. Дай я ножичек подержу. Тортик можно открыть, посмотреть. Ну что, открываем? Да. Санчо, давай. А где буквы Steel Power? Да, Steel Power. Да. Я тут на другом я еще бабушке сделал, короче, такой вот уже тортик отправил с родителей. Я думаю, бабушке чуть побольше. Чуть-чуть, на два слоя. Потому что я делал вторым его делал, как бы. Вот. И я попытался написать с Новым годом. Это получилось чаче, короче. Не очень красиво. Не, поэтому... Мишань, спасибо, нам приятно, очень тронуты. Особенно я. Я уже жду не дождусь. Ну что, начнем? Новая трансформация, Мишань. Ты готов? Итак, ребята, трансформация Мишани завершена. Это уже точно точка. Или ставится на паузу? На паузу. Многоточие. Мишани приедет в конце января, мы обязательно отснимем с ним выпуск, узнаем, как у него дела. Сколько он наел или сколько он похудел еще. Вам, ребята, желаем в новом году успехов. Будьте умнее. Здоровее. И веселее. Как я. И много-много вам в новом году позитива. Это самое главное. Не унывайте, смейтесь. А я парень простой, с обычной мечтой. Хочу быть самым большим на свете качком. А кто хочет быть со мной, я не могу. Давай как-нибудь потом. Да, я понял, что 80-ка что-то не пахнет в этом году. А ты узнаешь этого человека? Да ну нахрен. Ну что, не узнать, да? Не, ну вообще другой человек. Давай просто. Его на массу, чтобы вес прибавился. Ни хрена себе. Ни хрена себе. У него сегодня одни выражения, я крепкий. Ну что у нас? Массовый набор начался, Миша? Нет, ребят, это по скрипту. И смотрим на Мишу. Ребята, всем привет, это новый выпуск трансформации. Итак, у нас сегодня новый подопечный, мы набираем. Плюс, сколько нам нужно набрать за 3 часа до самолета? Сколько? Плюс 8? Да не вопрос.